Владимир Ружицкий провел первую в этом году встречу с жителями. В ней приняли участие около 600 человек. Организация торговой деятельности в городском округе стала одной из главных тем. Кроме того, говорили о благоустройстве, работе общественного транспорта и жилищно-коммунальных служб, а также учреждений образования. Отмечу, в адрес администрации было высказано немало слов благодарности. На этот раз встреча прошла во Дворце культуры. Посвятили ее развитию сферы торговли, а также обеспечению доступа жителей ко всем видам услуг и их качеству. По традиции Владимир Ружицкий ответил на вопросы горожан. Недавно приобрели мы жилье, микрорайон 7-8. Безобразие у нас там с благоустройством. Нет парковочных мест. И получается, что проспект Победы на газонах. Люди ставят автомобили. Мы в прошлом году, в 2017, мы сделали порядка 5600 с лишним парковочных мест. И мы планируем в 2018 году где-то такое же количество парковок делать. Жители ЖК «Малая Павлина» задавали много проблемных вопросов. Они касались электроснабжения в жилом комплексе, а также работы общественного транспорта и управляющей компании. Мой корпус просто тонет, извините вот за выражение, в этих фекальках. Сотрудники УК утверждают, что жители намеренно засоряют канализацию, то есть бросают туда штаны, подушки, игрушки и как бы остальные вещи. Это не так. 305-й кабинет, я вызову управляющую компанию. Мы вместе сядем и разберемся. Хорошо, спасибо. Если надо, накажем. Мы находимся вдоль Зенинского шоссе, и большая проблема с тем, что растет количество жителей, растет загруженность дороги. Дорога не освещена никак. Сегодня дорога, согласно решению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, правительства Московской области, она внесена в план реконструкции. Сегодня делается проект. Дорога будет четырехполосной. Проект будет завершен, как мне говорили буквально на днях, где-то июль-август, и где-то в это время сразу же приступят к работам. Обратились к главе и жители Томилина. Их волнует возведение торгового комплекса у железнодорожной станции. По словам жителей, он стоит слишком близко к пешеходной дороге. Строительство ведется незаконно. Территориальное управление уже направило несколько бумаг по вопросу закрыть это строительство. Вместе с тем в адрес администрации прозвучало много слов благодарности. Я многодетная мама. Я с огромной благодарностью и волнением хочу поблагодарить вас, вашу команду. В этом году мне дали моей семье трехкомнатную квартиру. Поэтому это еще подтверждает то, что город развивается. И, Владимир Петрович, у вас команда вот просто великолепная. В завершении встречи Владимир Ружицкий подвел итог и напомнил жителям, что по всем вопросам к сотрудникам администрации можно обратиться в социальных сетях. Это была первая в 2018 году встреча главы с жителями, которую посетили порядка 600 человек. Даниил Михайлов, Никита Скороган, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.